медицинской помощи мы там не оказывали, ни стационарной, ни поликлинической. Здание мы освободили, готовили его для проведения капитального ремонта. И когда оно запланировано? Ну, нам обещают, что с осени. Я так точно не могу сказать, но мы поэтому и торопились освобождать помещение для того, чтобы отдать его уже строителям и чтобы там уже могли начинаться эти работы по капитальному ремонту.